Добрый день, уважаемые гости, уважаемые участники. Приветствуем вас в пресс-центре телекомпании «Свое ТВ». И тема нашего сегодняшнего разговора – запуск нового проекта совместного телекомпании «Свое ТВ» и Министерства культуры Ставропольского края. Проект называется «У меня есть голос». В чем суть проекта, кто жюри, как самое главное, самое, наверное, интересное, какой приз ожидает победителя, мы сегодня и узнаем у наших гостей. Давайте я вас представлю вам их. Павлова Галина Николаевна – это первый заместитель министра культуры Ставропольского края. Островерхов Александр Григорьевич – заведующий отделением хорового дирижирования Ставропольского краевого колледжа искусств. Гончарова Эсмира Наврузовна – руководитель народного коллектива ансамбля «Созвездие СКФУ». И Шайдуров Олег Валерьевич – журналист телекомпании «Свое ТВ». И Олеся Шевцова – это у нас продюсер проекта. Наверное, первый вопрос к вам, Галина Николаевна. О чем этот проект, о чему он посвящен? Проект посвящен, наверное, тому, чтобы дать такой клич, найти по Ставропольскому краю талантливых исполнителей, независимо от возраста, независимо от того, чем занимается данный человек. Такая большая возможность показать себя, проявить себя и окунуть всех жителей края в такую атмосферу переживаний, позитивных переживаний, потому что проект «У меня есть голос», он направлен не только на то, чтобы продемонстрировать, да, свои таланты, свои вокальные возможности, данные, но еще заявить о себе на всей территории нашего края, чтобы в процесс выбора лучшего голоса включить наших жителей. То есть это народное голосование и выбор народа лучшего голоса нашего края. В проекте предполагается, что это участвуют вокалисты, солисты и дуэты, которые работают в эстраде, и в народном жанре. Учитывая, что желающих может быть очень много, возможно, вот такими узкими рамками направления двух жанров было сформировано вот такое желание выбора. Независимо от возрастной категории, будут проведены отборочные туры. Они будут проведены у нас уже начиная со Старого Нового года. Мы начнем его в Невинномысске. Второй тур будет в Буденновске, затем Пятигорск и Ставрополь. Это 4 отборочных тура, где наши члены жюри, уважаемые, будут отсматривать наших вокалистов и выберут по итогам 4 отборочных туров 18 лучших. Причем на каждом отборочном туре жюри выбирает 3 голоса своим букетом жюри, таким своеобразным букетом жюри. По одному голосу выбирается народным голосованием, и еще 2 по специальному решению жюри, но за какие-то особые заслуги, может быть, за какую-то оригинальность или неповторимость концертного номера. Затем у нас будут финалисты, 18 финалистов выходят в полуфинал, скажем так. В 4 городах, вернее, в 4 населенных пунктах края будут проведены специальные концерты с участием этих победителей, 18 лучших. 4 главных концерта – это полуфинал, они будут проходить в станице Мариинской, Кировский район, в городе Георгиевске, в Ессентуках и в Железноводске. Они будут посвящены разным датам. Первый будет посвящен Дню защитника Отечества, концерт в Мариинской. Второй концерт будет посвящен в Георгиевске началу весны, скажем так. В Ессентуках мы проводим концерт, посвященный началу весны, это 2 марта, и к 8 марта он будет посвящен самым красивым, самым любимым дамам. По итогам этих 4 концертов отсеиваются, как бы так сказать, слабейшие, и выбираются 5 претендентов для суперфинала. Но, кроме этого, 18 марта у нас будет проведено такое общенародное голосование за тех первых 18, которых мы выбрали на первом этапе. И по итогам 18 числа, 18 марта, будет выбран народный голос данного проекта. Призовой фонд интересный. Вы об этом узнаете чуть-чуть попозже. Информация будет размещена на сайте Министерства культуры и на сайте телеканала «Свое ТВ». Главный суперфинал у нас будет проходить в городе Ставрополе в апреле месяце, 12 апреля, в День космонавтики. Ну, скажем так, мы первые, мы во всем первые.
И на этом концерте будет, наконец-таки, с участием жюри, по итогам народного голосования, как раз-таки будет выбран лучший голос Ставропольского края. У меня есть голос. Вот, в общем-то, так. Какой механизм данного проекта? Мы очень рассчитываем, что в него включатся люди, которые не выступали на сценических площадках, у которых нет практики выступления в каких-то коллективах. Может быть, это, не знаю, работник строительной компании, любящий петь. Может быть, это заядлый караокщик, или как его правильно можно назвать. Поэтому хотелось бы, чтобы проект вызвал большой интерес, потому что будет создана такая хорошая атмосфера, доброжелательная. Жюри строгое, профессиональное, которое прошли очень много фестивалей, конкурсов, знакомы со многими исполнителями. Поэтому мы очень рассчитываем, что данный проект потом, возможно, будет иметь дальнейшее свое продолжение. Мы ищем талантливых людей. У нас есть голос. Можно уточнить, пожалуйста, скажите, это будет сольные выступления или ансамбли и группы тоже могут участвовать? Ну, я повторюсь, это сольники и дуэты. Придет ребенок 7 лет и будет что-то исполнять, и придет там более опытный. Как вот, это очень тяжело, очень сказать. Просто присутствовал. Мы тоже думали об этом, но, наверное, наши мудрые члены жюри смогут оценить ребенка в своей возрастной категории, его данные, а другого исполнителя в своей возрастной категории, но никак друг с другом их сравнить будет нельзя. Они же потом будут выходить в общий как бы конкурс, и там уже... Для этого мы и включаем вас в народное голосование. Вы выберите того, кто вам нравится, независимо от возраста. Вы же сами понимаете, что отношение к ребенку и к взрослому человеку будет, ну, оно разное. Более лояльно будет относиться к исполнителю такого молодого. С глубоким уважением мы относимся к тем, кто, может быть, придет к нам на конкурс в 78, в 79 лет. Это здорово. Да? С таким же уважением мы относимся и к 7-летнему ребенку. Здесь члены жюри будут оценивать именно талант у человека. У человека талант есть всегда, на протяжении всей его жизни. И вот здесь самая важная и основная задача у членов жюри, а поверьте, это профессионалы своего дела, этот талант разглядеть. Вот мы будем пытаться просто разглядеть вот эту искорку, которая всех зажжет. Вот и все. Если мы не разглядим и нашей компетентности не хватит, то как раз таки мы будем и рассчитывать на то, что мы... Нет. Мы наоборот даже готовы, даже, может быть, мы даже на этом сыграем, что мы не то, что хотим, а кого-то захотим тем самым подчеркнуть, и чтобы вы тоже включились в эту работу и сказали, а как же этот человек? У вас есть такая возможность. А скажите, пожалуйста, данный проект будет транслироваться, допустим, по телевидению или еще где-либо, чтобы больше людей смогло увидеть его? Ну вот об этом, если Марина Михайловна позволит, расскажу я. Да. Это, конечно же, интерактивный проект, которому нет аналогов сейчас, не побоюсь это выражение, наверное, на территории Российской Федерации. Прежде всего, почему он уникален? Потому что это не знаменитые телепроекты, не «Голос», не «Фактор А», не «Х-фактор». Это региональный проект. Очень много людей талантливых в регионах, они не имеют возможности поехать в столицу и принять участие, отстоять длиннющую очередь, отстоять ее и попасть на прием к мэтрам нашей российской эстрады. Может быть, и для этого тоже мы делаем вот этот наш телевизионный проект. Что касается трансляции, абсолютно все моменты конкурса будут транслироваться на нашем телеканале. Я напомню, что государственная краевая телекомпания СВТВ в первую очередь представлена в сетях всех кабельных операторов под кнопкой 21. Мы единственный региональный и обязательный общедоступный телеканал. Это первое. Второе. Конечно же, это национальная спутниковая система «Триколор». Там мы представлены на 821 кнопке, то есть 800 пакет, 21 кнопка тоже региональная. Да, совершенно верно. Это, конечно же, интернет, так любимый нашей молодежью. На сайте телеканала stv24.tv будет, конечно же, мало того, что отдельная страница,
абсолютно всех участников, абсолютно всех вот этих блоков, отборочных туров, тематических вот этих концертов, вся информация попадет туда. Там же можно будет просмотреть в повторе все вот эти телеверсии. Что касается трансляции. Как я уже сказал, абсолютно все блоки этого конкурса будут транслироваться в эфире. Каким образом это будет происходить? У нас первый отборочный тур пройдет в Невинномысске. И для того, чтобы подготовить телеверсию, конечно же, нужно время. У нас времени будет ровно одна неделя для того, чтобы 20 числа, когда будет идти второй отборочный тур в Буденновске, на нашем канале вышла телеверсия первого тура, который прошел уже в Невинномысске. В момент это будет в прямом эфире идти. Сейчас объясню, что такое прямой эфир. Ведущий будет находиться в прямом эфире в студии, и в это же время будет идти в прямом эфире интерактивное онлайн-голосование посредством СМС или на нашем сайте, где наши уважаемые телезрители смогут отдавать свои голоса тому или иному понравившемуся участнику нашего конкурса. Точно так же мы будем поступать и с теми тематическими концертами, о которых уже было сказано выше. Это концерт на 23 февраля, концерт на 8 марта, это концерт начала весны, это концерт перед выборами, всероссийским днем голосования. Они, естественно, здесь будут работать уже режиссеры. Это будет выстроенная программа с какими-то включениями интересными, с каким-то ходом режиссерским. Это будет классно, на самом деле, думаю, что и телезрителям будет это в удовольствие посмотреть. И, конечно же, будут прямые включения в прямом эфире, да, совершенно верно. Будут включения в день всенародного голосования 18 марта. Вместе с выборами президента страны наши земляки будут выбирать и главный голос Ставропольского края, главные голоса. Это на самом деле здорово. Ну и финальный концерт в ДКСП в Ставрополе, который пройдет 12 апреля, в день космонавтики. Еще раз повторюсь, да, соглашусь, что мы всегда первые, мы были первые в космосе, и мы первыми запустим нашу звезду, возможно, я сейчас такую удочку закидываю на будущее, не буду открывать все тайны, возможно, даже на российскую эстраду. Потому что наше Министерство культуры – это самое сильное Министерство культуры Российской Федерации. Вот. Но прежде всего, вот этот проект для того, чтобы жители нашего края вспомнили, что у них есть свое «я», что у них есть свой талант, что у них есть свой голос. Именно поэтому проект так и называется. Алиса, может, ты что-то добавишь? Ну, единственное, могу добавить, что каждый номер уже по заключению концерта будут готовить профессионалы. Будут ставить номер, будут ставить хореограф, номер, голос. То есть это уже будут такие номера, достаточно серьезные, красивые и масштабные. И финал, заключительный концерт будет очень красивый. Все участники смогут принять участие уже со своими поставленными номерами. Можно я еще добавлю, если возможность есть. Хотелось бы, чтобы не только талантливые люди были вовлечены в эту работу, а и те близкие люди, талантливых людей, которых видят эту искорку, которая находится с ними рядом, и, может быть, знаете, такого не хватает волшебного толчка, чтобы реализовать себя, и, наконец-то, знаете, если по пути профессиональным не пошел в творческую среду, а в чем-то в другом реализовался, а радует своих близких, родных, знакомых, своим талантом, и чтобы они им тоже сказали: иди, иди, покажи, заяви о себе и вовлечь в эту работу большой круг людей, да, и чтобы такая общественная поддержка этим талантам тоже была, не только с нашей стороны. Так, вопрос есть? Да, пожалуйста, вам, девушка. У меня вопрос такого плана. Вот вы сказали, что будут постановочные номера, будут работать над концертами, все прочее. А
будет ли какая-то работа проводиться с участниками касательно их образа? То есть создаваться для каждого там образ, может быть, костюмы, какая-то психологическая поддержка такого плана, что-нибудь будет? Я думаю, мы будем помогать раскрыть образ. Если мы его увидим, мы, естественно, поможем раскрыть. Если мы увидим идею, что хочет человек донести, мы ему можем там разными компетентными людьми просто помочь, подсказать что-то. Но будем именно пытаться разглядеть тот образ, который человек уже готов донести к нам. Ну и, конечно же, да, придя к 12 апреля, данный исполнитель уже, наверное, будет морально готов к тому, что ему предстоит выступать на самой большой, скажем так, наверное, сцене нашего края. Естественно, с ним будет работать психолог, он у нас входит в состав жюри, это обязательно. А профессиональные наши коллективы помогут ему себя чувствовать наиболее уверенно, потому что это будут красивые постановочные номера, весь концерт из наших 6 лучших исполнителей. На самом деле, еще про психологическую поддержку хочу добавить, ведь не зря конкурс называется народным. Если выходит на сцену человек, то же за ним же стоит целая куча этих людей. Это родные, это друзья, это знакомые, это коллеги, это односельчане, это жители, знакомые с одной хотя бы улицы города. И они все будут болеть за этого человека, будут писать ему смски, будут звонить, ты крепись, ты держись. Ты... Согласитесь, вот, кстати говоря, наш психолог сидит. Вот, ну, правда же, что это будет поддержка сумасшедшая. Вот для тех людей, которые только что вот посмотрели, ну, узнали о вашем конкурсе, о вашем проекте, объясните, пожалуйста, им вкратце, как им попасть вообще в число этих людей, в число участников? Как стать участником конкурса? Да, чтобы стать участником конкурса, что нужно, какой путь проделать? На нашем сайте телекомпании «Свое ТВ» есть целая страница об этом конкурсе. Там есть заявка. Каждый человек, любой желающий, может оставить свою заявку. Каждая заявка будет рассмотрена и также будет направлено вам уведомление, где и когда вы можете прийти на кастинг. Вопрос есть? Вопрос. Там девушка тянет уже руку до меня. Хотелось бы узнать еще, вот вы говорите, что этот конкурс как бы для выявления самого талантливого из конкретно Ставропольского края, а если вот вдруг узнают участники там потенциально из других городов, будете ли принимать или нет? А вот из других регионов имеете в виду? Да. Ну, я думаю, что у каждого региона есть свой губернатор. Пускай есть, они позавидуют, да, и выйдут с инициативой. Пускай позавидуют и действительно будут дергать, а давайте у нас такое сделаем. А пока это уникальный проект на территории Российской Федерации, принадлежит он нам, Ставропольскому краю. Пока наше Министерство культуры лучше Министерство. Микрофон передайте, пожалуйста, последний вет. У меня вопрос насчет финала. Вот там 6 человек, да, в финал выходят. Если они будут там с села, с какой, ну, очень далеко, допустим, живут, когда они приедут уже в Ставрополь, чтобы выступать, где они будут размещены? Будет ли вообще предоставлено какое-то место? Или же они должны будут сами искать себе место, чтобы там переночевать, остаться здесь? Как это все будет проходить? Для того, чтобы люди приехали на финал, все для этого предусмотрено. Есть определенные наши резервы, ресурсы, в том числе и о том, где они будут жить, где что-нибудь кушать и так далее. Поэтому не беспокойтесь. Да, хорошо. Вы сказали насчет того, что нужно оставить заявку, то есть и скажут, типа, на кастинг приезжать, да? Кастинг будет, я понимаю, в Старополе, да? Или на местах, да, простите. Я просто хочу вот в телешоу вот этот «Голос», опять же, этот проект, там отправляешь видеозапись, где ты поешь, и они в таком порядке, то есть через... Первый отбор у них такой первичный, да? Да, первичный отбор проводится именно так, то есть через интернет, ролики, то есть... Поскольку у них телевизионный проект, они уже выходят как бы на монтаж, да, они уже поэтому... Возможность отправить видеообращение у той же бабушки, либо у ребенка, может быть, нет возможности самим записать или родители, поэтому мы принимаем пока заявки. Да и на самом деле в тех проектах, которые вы назвали, туда съезжаются со всей Российской Федерации. Ставропольский край, может, слава богу, что он поменьше, чем Российская Федерация. Вот, и думаю, что и людей, конечно, ну, не хотелось бы, но хотелось бы... Чтобы, конечно, так же, как на «Голосе», столько, такая же очередь была у нас. Но я думаю, что такой очереди не будет, будет людей поменьше, потому что все-таки жители Ставропольского края. И мне кажется, самим членам жюри будет интересно посмотреть,
на те таланты, которые скрыты. Извините, что вас перебил. Может просто, надеемся, хватит. Может просто ввести вам, помимо заявок, еще и такой способ, как бы дистанционно, чтобы отправить видеозаписи на рассмотрение. То есть это будет удобно для некоторых, опять же, участников. То есть просто рассмотрите этот вариант. Да? И прописать это, и разместить. Приветствуется. А где человек должен, вот как вы себе это представляете? Это должна быть видеозапись, вы говорите, да? В селе, например, могут записать этот клип, да, будем говорить, с какой-то песней, ну, допустим, на подмостках местного дома культуры, который, согласитесь, отличается от сцены Ставропольского ДКСП, где работают звезды, ну, хотя бы нашей отечественной эстрады. И я думаю, что со мной присутствующие согласятся, что это две огромнейшие разницы – выходить на сцену там, либо выходить на сцену здесь. Человек может, например, в селе Кугульта замечательно спеть на подмостках своего Дома культуры, выйти на, да хотя бы в Буденновске, в Дом культуры, а там Дом культуры очень хороший, и просто потеряться. Поэтому лучше приехать и вот в лоб спеть, показать то, что ты можешь. Ну да, и, наверное, может быть, мне так кажется, но когда присылают нам фонограммы, записанные на телефоны, да, это очень ужасное качество, и может так получиться, что человека просто скажут: нет, вы нам не подходите, а на самом деле у него хорошие вокальные данные, он сценичен и артистичен. Скажите, пожалуйста, этот проект единичная акция, или вы планируете проводить его с какой-то периодичностью? Мы стартуем, а потом посмотрим. Но хотелось бы, чтобы он был неодноразовым. Еще один маленький вопросик. Жители городов, в которых будут проходить концерты, как они могут попасть на них, на сами концерты? Вход на данный концерт будет совершенно бесплатный. Когда мы сформируем нашу афишу, она будет висеть, и жители будут знать, когда, во сколько, где он сможет прийти на данные концерты. Да, вот вопросы были. А почему призовой фонд для нас еще секрет? Интересный вопрос. Может, просто моя бабушка вдруг резко загорится петь, когда узнает про призовой фонд? Ну, вы подавайте заявку, пусть бабушка заявку подаст. А когда он будет известен? Смотрите. Может, мы узнаем, и сразу все резко запоем. Ну, можно озвучить, я озвучу, позволю себе озвучить одно. Народный голос в ходе всех этих этапов, вернее, не народный, лучший голос, на каждом этапе есть свой уровень поощрения. Он выражается в денежном эквиваленте. Но лучший голос Ставропольского края, призовой фонд 300 тысяч рублей. Угу. То есть есть за что побороться. Да, так что бабушку мотивируйте. Так вот, вы все уже запели. Хорошо. Вот я тут послушала населенные пункты. А почему именно эти населенные пункты? Ну, какие были критерии отбора именно этих мест? По отборочным? Почему именно они? Почему именно эти места? Почему, например, не какой-нибудь другой, например, нет, ну да, Кисловодск, там, не знаю, Пятигорск, Красногвардейская? Если мы говорим про отборочные туры, то это удобство формирования зон, потому что отборочный тур в Невинномысске – это Невинномысск, Минераловодский округ, Кочубеевский район, Андроповский район, да, это зона. Если мы берем Буденновский район, это вся восточная зона. Если мы берем город Ставрополь, это вся, это Изобильнинский район, Красногвардейский район, Труновский и так далее. И Пятигорск – это КМВ. А концерты, которые будут идти потом, ну, как бы финальные концерты с участием финалистов, было принято такое решение, что вот не пойти по крупным городам, а вот выбрать вот именно эти. Почему нет? В крупных городах наверняка будет своя крупная программа на праздники, поэтому вот чтобы праздник был не только у жителей больших городов, но и... Хотелось бы, наверное, да. Наверное, хотелось бы, ну, чтобы жители края, когда узнают о том, что закручен этот конкурс, представляете, как будет интересно людям из станицы станицы Мариинской знать, что у них будет один из концертов проекта. В какой-то населенный пункт, в село, приезжают одни из лучших исполнителей данного проекта. Можно такой языковой вопрос? Все-таки Ставропольский край – многонациональный край. Будут ли приниматься участники, поющие на других языках, или только русский? Ограничения нет.
Хорошо, там вопросы были? Нет? Так, тогда вопрос будет у меня. Когда стартует проект, с какого числа начинаем принимать заявки? В течение нескольких дней информация появится на нашем сайте, где уже смогут люди оставлять свои заявки. Первый отборочный кастинг у нас будет в Невинномысске, уже сказали, 15 января. 13 января, извиняюсь. Вот это первый отборочный кастинг будет. До этого, пожалуйста, уже буквально через 2 дня можете оставлять заявки. Из вас никто не изъявил желание? Они думают. Или вы думаете про бабушек, мам, папу, тети, дяди? Либо позор, либо 300 тысяч. Вы готовы продюсировать родителей, если что. Да, вот, пожалуйста, вопрос. Хорошо. Передайте, пожалуйста. А что потом будет с финалистом вообще, когда уже все это закончится? Его будете вы еще как-то привлекать и планируете на более масштабный уровень проводить свой проект или нет? Он просто будет звездой Ставропольского края. И не только нашего края, вообще целого региона. Можно и потом... мне добавить? Но я думаю, что наша задача не только в том, чтобы выявить лучший голос Ставропольского края, но и дать возможность этим талантливым людям дальнейшее творческое развитие. Я думаю, что, скорее всего, мы их будем привлекать и для федеральных каких-то проектов. У нас часто бывают, приходят положения для участия вот в федеральных телевизионных конкурсах. Я думаю, что это однозначно, это самая главная наша задача. Не просто вот узнать, что вот он лучший, а дать возможность дальнейшего творческого развития. Знаете, в бытность моей молодости был такой замечательный конкурс, вел его Юрий Николаев «Утренняя звезда». Он проходил в Москве, и не знаю, как кто, а вот я, например, всегда любил петь, и мне было интересно смотреть это, как туда приезжают молодые, талантливые девчонки, ребята. Но это конкурс был молодых исполнителей. Точно такой же практически конкурс проходил в то время в Ставропольском крае. Да. Назывался он «Утренняя звезда Ставрополья». Делала его Елена Алексеевна Катричева. И вот тогда эти проекты, они были взаимосвязаны, потому что победитель «Утренней звезды Ставрополья», он отправлялся на «Утреннюю звезду» к Николаеву. То же самое возможно в будущем. Мы будем совместно с Министерством культуры, наша телекомпания, делать и для победителя нашего конкурса «У меня есть голос». Это как раз к тому, будет продолжение или нет. В любом случае, проект это новый, не обычный для нашего края. Ведь таланты, вот из мира не даст мне соврать, таланты очень ищутся так достаточно тяжело. Если он пойдет... Если он начнется, если люди будут его смотреть, будут смотреть с удовольствием, голосовать за своих участников, то, конечно, мы будем его продолжать. Почему бы нет? Придется работу поменять. Ничего страшного, приходите к нам на телеканал. Вопросы есть? Да, да. А вот информация насчет конкурса будет размещена только на вашем официальном сайте или может... И на сайте Министерства культуры Ставропольского края. А в социальных сетях никаких не будет? Наш телеканал и Министерство культуры Ставропольского края, насколько я знаю, представлены, ну, по крайней мере, ВКонтакте, Минкульт, я знаю, я подписан на страничку, есть. А наш телеканал представлен во всех соцсетях, это и Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер. Спасибо. Скажите, пожалуйста, будут ли какие-либо критерии оценивания участников, возможно, отдельно за вокальные качества, отдельно за хореографические качества, или это будет только сугубо личное мнение жюри? И голос, и образ, и сценические данные, это все в комплексе оценивается. У нас в жюри не только одни певцы и вокалисты, у нас и хореограф есть, поэтому каждый будет свою оценку ставить, а мы будем суммировать и резюмировать. Кто будет в жюри? То есть вы? Да. Да? И получается, и еще кто? Вот с вами. Будет хореограф, психолог, режиссер. И вот кто представлен сейчас. 7 человек. На самом деле, чтобы вот таких вопросов, как бы они хорошие, нужные, но чтобы вот уже поставить окончательную точку, я приведу вам в пример
великолепного человека, который до сих пор не оставляет никого равнодушным. Все говорят о ней либо плохо, либо хорошо, либо... Но говорят. Алла Борисовна Пугачева. Ведь ее талант, он заключается не только в том, что она петь умеет. Ведь она же была, да и сейчас остается, актрисой. Она умеет и подать себя на эстраде, на сцене. Она умеет и спеть. Она умеет и сыграть это. И если нужно, там и хореографические какие-то элементы присутствуют. То есть это целый комплекс, это такой большой организм, который, если он классный, сбитый, если он виден, он на сцене живет, его сразу можно разглядеть. А когда, ну, у человека может быть голос, как у Паваротти, да? Но вот он встал, ручки сложил на пузе, и все. И только поет. Ну, он интересен будет? Нет. А здесь нужно заинтересовать жюри именно тем, что ты будешь жить на сцене. Может быть, что-то нестандартное, то, что нас всех удивит и поразит. Да, мы на это, наоборот, рассчитываем. Мы не хотим рассчитывать какие-то критерии. Вот смотрите, ведь на самом деле у Леонида Агутина-то голос-то, ну, нестандартный же он. Ведь не классический он у него. Не то, что не классический, не настолько вокальный, скажем так. И у Николаева тоже, который Игорь. Обыкновенные голоса какие-то такие, но вот они просто душевно это вот делают. Почему я и говорю, что нужен комплекс. Можно обладать действительно огромным голосом и никого не зацепить абсолютно. И можно иметь камерный небольшой голос и такое богатое нутро, что ты словом и вот этим небольшим голосом сможешь донести то, что ты хочешь сказать до зрителя. Поэтому тут нужно вот большая именно, и Саша душа. Правильно сказал, искорку вот эту, но если вот уже бытовым языком говорить, разглядеть. Или обратить на себя внимание, смочь это сделать. Я приведу вам пример, а то скажете, что приводят какие-то старые все фамилии. Мною любимая вечные певица фамилии. Земфира, или Зёма, как я ее просто называю. Ведь она же на сцену, когда выходит, это она такая, какая есть. Ведь хотите меня принимать такой? Значит, принимайте меня такой. Не хотите, ради бога, отворачивайтесь, уходите. Но никто с ее концертов не уходит. Ведь она именно так себя ведет, Земфира. Именно этим она к себе привлекает. Не просто голосом хороший, а он хороший голос у нее, да. Замечательный. Не просто текстами песен, которые она пишет, да, не просто звучанием, не просто аранжировками, но еще и своей подачей, так как она эту песню на сцене проживает, так как она общается со зрителем. Ведь можно выйти даже хорошо отпеть, можно отыграть эту песню на сцене, можно сплясать, пока ты поешь, что очень тяжело. Почему некоторые вот люди поют под фонограмму, некоторые артисты? Да только потому, что они еще и танцуют в это время. А держать дыхание, и опять же наши замечательные вокалисты меня поддержат в этом, это достаточно тяжело во время танца. Поэтому комплекс... И самые лучшие. Как сказал классик, верю или не верю в это, да? А можно? Ну, если выйдет так, что будут петь мужчины, большее количество выйдет мужчин, чем женщин, или наоборот, будет какое-то соотношение, выравнивание? Да дискриминации такой, ну, не будет у нас. Вряд ли. Думаю, что нет. А что, в крупных проектах выравнивают? Ну, типа в голосе, там, танцах. Ну, я хочу сказать, что голос, например, это далеко не пример для подражания. Точно так же далеко не пример для подражания и известные проекты «Фактор А» и «Х-фактор». У нас будет свой проект. Он называется «У меня есть голос». И сравнивать его очень с большой натяжкой можно. А почему голос нельзя, как бы... Да, почему? Почему он не является примером? Голос, шоу-голос. А потому что у нас проект называется «У меня есть голос», и он будет производиться в Ставропольском крае. И у нас не будут сидеть спиной жюри к исполнителю. У нас будут смотреть ему в лицо и впитывать всеми фибрами души его талант. Смира, вот вопрос к вам. А вы часто сталкиваетесь с исполнителем, все-таки у вас студенты из КФУ приходят весь край и другие республики. Вот часто или не часто бывают люди, у которых действительно есть искра, которые вот талантливые, и над их талантом надо работать, чтобы дать им жизнь большую, творческую?
Ну, вы знаете, как правило, вот эту искру разглядеть можно, ну, обладая тем опытом, вот, как, который есть у меня, у Саши, работая вот и с молодежью. Как бы у нас есть этот опыт разглядеть эту искру. Но, знаете, часто бывает, вот я, допустим, беру в коллектив всех. Для меня человеческий фактор важнее. И даже иногда человек, может, не обладает такими яркими данными, я его беру, и он раскрывается. И я в это верю, что если есть желание, сумасшедшее желание, то все равно можно развить в себе. Вот такой мой ответ. Хорошо. Так, еще вопрос есть? Ребята, видите, да? А что вот, если у участника будет шикарный голос, он исполнит песню красиво, но как бы его творческие какие-то, его хореография будет очень скудна, и будет как-то ниже оцениваться его выступление или нет? Ну, наверное, будет оцениваться потенциал, но есть жюри, вот сейчас скажут по поводу хореографии. Может быть, шикарный голос, я говорю, ну, бывает такое, что образ раскрывается, он человек поет, и он думает столько о своем голосе, и он не думает, о чем он поет, он не верит в то, что говорит, не то, что озвучивает. Звуки – это же тоже какое-то волшебство, понимаете, можно сказать с любой интонацией. Ну, опять-таки, веришь или не веришь этому человеку. Может быть, он даже вообще простоит, но будет в образе и споет шикарно, и донесет так, что мурашки по коже пробегут. И мы скажем, верим, это классно. А пару лет назад был конкурс «Талант-экспресс. Удиви». Вот чем отличается вот нынешний конкурс от того, который был? Там тоже искали таланты. И могут ли участники того конкурса принимать участие в этом? «Талант-экспресс. Удиви» – это был чуть-чуть другой конкурс, потому что, наверное, он не имел телевизионной поддержки, но все-таки медийный проект в этом году вместе с телекомпанией «Свое ТВ». Это народное голосование, это народный выбор, это более большая поддержка, наверное, близких, родных, друзей, соратников, нежели тот конкурс. И тот конкурс, он был все-таки направлен на молодежь, а здесь возраст не ограничен. Ну, и этот конкурс был не вокальный, «Талант-экспресс. Удиви», да. И там он больше был ориентирован на творческие номера, такие нестандартные, это и рок-группы у нас участвовали, и цирковые, акробатические номера, то есть даже вот более упор был на такие номера, а вот данный конкурс, он абсолютно вокальный. У меня есть голос. Вот как бы тема отличается. И участники того проекта, естественно, могут участвовать и в этом. Тут нет никаких абсолютно ограничений. Хотелось бы спросить, вы знаете, ну, хотя бы представляете, какое количество участников будет принимать участие в вашем конкурсе? Я понимаю, что сложно это определить, предугадать, но, может быть, хотя бы примерную цифру? Нет, но мы знаем очень много талантливых людей в нашем крае, но сколько примет их участие, трудно предугадать. Очень много у нас коллективов, очень много солистов, очень много дуэтов, квартетов, разных жанров во всех городах, в населенных пунктах. Есть люди, которых мы вообще как бы не знаем, но он сам для себя занимается, возможно, не выступает на концертных площадках, где-то, может быть, стесняясь, поют. Вот как раз-таки мы хотим о них узнать. В том числе. Сколько жителей в Ставропольском крае? Да, 2 860 000. Около 3 миллиона. 3 миллиона, да. Вот если брать только Ставропольский край, это зона вещания основная своего ТВ, то все 3 миллиона будут принимать участие так или иначе в этом конкурсе. Потому что, во-первых, кто-то из них будет стоять на сцене. Во-вторых, кто-то из них, и это большая часть, будет голосовать за кого-то из участников. А их будет много, я надеюсь. Ну, а остальные будут нашими уважаемыми телезрителями, которыми, я думаю, что будет интересно на это посмотреть. Да, пожалуйста, вопрос. Микрофон передайте. Ну вот об участниках. А есть какой-то лимит? Ну, например, вот человеческий фактор. И вот приходят люди, приходят, и уже там вечер, стемнело, и пора бы уже по домам идти. Они все приходят там. Ну и что тогда в таких случаях делать? Что имеете в виду? Заявки будут же заранее. И во время концерта их будут оповещать. Ну, допустим, вот выступление человека, ну вот минут 5, но он волнуется там, допустим, еще перепел там. То есть вы имеете в виду, сколько в день жюри сможет отсмотреть человека? Ну, примерно, да. Мы уже закупили палатки.
Мы закупили переносные военные печки, поэтому мы готовы, если это необходимо, и 2 дня, и 3 дня отсматривать. Передавайте микрофон, пожалуйста. Исполнитель представляет жюри одно произведение, это не до бесконечности. Если не успел собраться и спеть нормально, то уже что, чтобы не обессудьте, надо было готовиться лучше. Да, пожалуйста, вопрос. Я хотела узнать, меня просто очень мучает вопрос, а каковы мотивы выбора именно данного названия? Потому что, когда вы говорите «у меня есть голос», так или иначе, все равно возникает ассоциация с шоу «Голос» всероссийским, и это было случайно, вам нравилось такое название? Или, может быть, для привлечения внимания, ну, потому что «голос-голос» — это очень так очевидно, какая-то, может быть, у людей отсылка все равно же к этому шоу? Ну, наверное, психолог здесь может что-то ответить, потому что, когда мы говорим в утвердительной форме, я не психолог, но мне кажется, что это как раз-таки такой положительный момент, да, и он заставляет верить в себя. У меня есть голос, я в себя верю, а значит, верят и другие. Мне вот кажется, что на первых этапах говорить там о какой-то хореографии или о чем-то таком, ну, чтобы человек держался на сцене, да, мне кажется, это не очень корректно, потому что, опять же, придут простые люди, какой-нибудь электрик Вася, который ни разу не был на сцене, захочет спеть, но мне кажется, он не сможет никак как-то себя проявить, там, потанцовывать или что-то такое. Или вот, допустим, у меня сестра, у нее шикарный голос, она поет на клиросе, но вот у нее нет вот этого сценического, что там надо потанцевать, что такое. Она вот просто поет и все. Вот об этом уже говорили, и причем неоднократно здесь в течение нашей пресс-конференции. Я могу вам привести пример, опять же, из тех конкурсов, которые мы здесь уже вспоминали. На Евровидении в этом году кто не поехал? Фамилия Самойлова же, по-моему, да? Скажите, пожалуйста, она каким-то образом проявила свои хореографические данные перед тем, как занять первое место? Все понимают, почему. Еще один пример вам приведу. Замечательная певица с очень пронзительным голосом, которая любима многими нашими зрителями, это Диана Гурцкая. Человек выходит в очках, потому что у него проблемы со зрением. Но она может подать эту песню и выдать ее в зал так, что у людей пойдут мураши не только на голове, но и по всему телу. Прав? Прав. Точно так же нужно отработать и на сцене для того, чтобы показать себя, подать. Ты можешь не танцевать, ты можешь лечь на сцену с микрофоном. Но сделать это так, если у тебя есть голос, сделать это своим голосом, таким образом, чтобы у этих людей, у членов жюри, действительно мураши пошли. Когда идут мураши, все, человек проходит дальше. Спасибо большое, уважаемые гости, уважаемые участники, за интересный разговор. А мы с вами прощаемся и увидимся на телеканале СВТВ.